украла кларнет. Поехали. Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор, вернее даже распаковка моего первого заказа из третьего праздничного каталога компании Oriflame. У меня здесь огромное количество заказов на 330 баллов. О, какой классный заказ. Итак, я начну с самого главного и самого долгожданного. Я заказала себе набор из серии Норхен в виде стрекоз, серьги и ожерелье. Специально сегодня не стала подбирать никакую бижутерию, потому что я была уверена, что сразу, а, какая прелесть, сразу надену. Но новинки — это ожерелье в виде стрекозы. О, как красиво, намного красивее, чем на картинке. Как я рада, очень все сделано шикарно, так аккуратно, даже сзади крылышки все такие расчерченные, кристаллы такие маленькие, тоненькие, все изящно. Так, одеваем, надеваю на себя. Ух ты, интересный какой карабинчик, такого я еще не встречала. Так, чтобы вам было видно, мне нужно будет на самую маленькую. Ой, какие они маленькие, эти кругляшечки. Так, вот так это будет выглядеть. Мне кажется, это очень красиво. Специально сегодня в однотонной одежде. И серьги, серьги-гвоздики. Кто смотрел уже каталог, вы знаете, что наша коллекция пополнилась и появилось очень много достаточно бюджетных вариантов бижутерии. Учитывая, что это ювелирная бижутерия, я считаю, что цены очень-очень доступные, особенно учитывая скидку. 20% у меня скидка получилась, ну как у всех. Я не стала брать отдельно стрекозки. А, как классно, они такие болтыхаются. То есть можно было заказать во втором каталоге ожерелье, стрекозку на шнурке, и была бы тогда 30% скидка на одно из украшений. Но я не стала этого делать, подумала, что все равно у меня будет это ожерелье лежать без дела. И в заказе у меня масло чайного дерева, попозже покажу сколько, а сейчас я вскрою одну упаковку для того, чтобы обработать ушки. Мне очень нравится, как упаковывают коллекцию. Посмотрите, какой хороший вариант подарка. Коробочка, в коробочке, внутри мы открыли, лежат мешочки, украшения завернуты в красивую бумажечку, то есть все так здорово. Итак, что я делаю? Открываю масло чайного дерева, беру гвоздик и аккуратненько вот так вот капельку беру и обработаю гвоздик, чтобы его вставить в ушко. Аккуратненько вставляю, заодно проверю, как держится. Чтобы это... Да, отличная закрепка, не скользящая. Ну как? Я еще сама не видела, а вы уже видите, как вам повезло. Так, снова обрабатываю и вставляю другое ушко. Как хорошо, что у меня проколоты ухи. И можно разную-разную бижутерию носить. Вау, классно. Легкие. И так приятно, они вот задевают кожу, просто супер. Так, не подумайте, это не подъем, это напоминание о звонке. Все, мешочки, все, убираем маслице сюда, мешочки сюда. Итак, давайте посмотрим мой заказ. Я, конечно, жду от вас отзывов по поводу новинки, нравится вам или нет, и покажу, что мне еще прислали как официальному обозревателю. Новый аромат, спрей Love Potion, Blossom должен быть, да, Blossom. Очень хотела попробовать, это было даже неожиданно, что пришлют именно этот аромат. Я заказала себе еще пробник. Пробник я уже сразу открыла и понюхала. Красивая коробка, посмотрите, такое оформление стильное. Аромат сам в такой полупрозрачном пластиковом, вернее, в прозрачном пластиковом футляре. И та-дам! А он абсолютно не похож на аромат Giordani Gold Essence Blossom. Да, а это же Love Potion Blossom, да, да, да.
он похож на Love Potion Secrets, даже очень похож, такие вкусные сладко-фруктовые ноты, которые вот просто заставляют аж прям вот желание съесть что-то вкусное. Буду пробовать, какой он по стойкости носить. Так, второй продукт мне прислали — шампунь-стимулятор роста волос в новом дизайне. У нас будет шампунь-стимулятор. Я еще не смотрела, есть ли изменения по составу, посмотрю обязательно на видео, вам все расскажу. И еще какой-то один продукт, а какой? А, тушь, конечно, она вернулась, тушь 5 в 1, наша любимая, я надеюсь, и ваша тоже. Ну, по крайней мере, у меня основная часть клиентов любит именно эту тушь. Она запечатанная в пленку, это очень хорошо. Новая упаковка, круглый флакон, точно такая же кисточка. Мой любимый аромат, она потрясающая. Такую тушь нельзя снимать с производства, я ее очень люблю. Тоже будет отдельное видео, посмотрим, как она в деле, что-то изменилось или нет. Итак, три продукта, и далее буду хвалиться, что я заказала сама. Я не удержалась и заказала аромат Lost in You. Я долго-долго тестировала через пробник и поняла, что я хочу этот аромат, и в следующем заказе закажу Мише мужской аромат, чтобы у меня была пара. Очень красиво звучит, когда его наслаиваешь. Я брала пробник, носила сюда женский, сюда мужской, некоторое время вдыхала, потом я носила мужской сверху женский, и аромат становился еще красивее. Поэтому я думаю, пусть будет, тем более Миша как раз нужен аромат, и мне понравилось то, что у него такой красивый дизайн, что две половинки — это наша любовь. Очень стильный дизайн флакона, классно просто, и его я хочу нанести уже себе из оригинала на руку. Итак, специально не пользовалась никаким ароматом. Да, очень очень нравится, прям что-то такое необычное. Не могу сказать, что он какой-то воздушный, легкий, но он очень прозрачный аромат, и он пудровый. Он мне напоминает тот аромат, который сняли давным-давно с производства, называется My Naked Truth, обнаженная правда, по-моему, переводится. Очень похож, и очень мне понравился. Я решила, что я хочу, чтобы у меня в коллекции был 42-й аромат именно такой. Для Миши я заказала 2 мужских аромата. Вы заметили, что у нас вышло 3 новинки, 3 аромата для мужчин объемом по 15 миллилитров мини. Наконец-то вышли мини. Далее, со скидкой 50% я заказала крем для глаз Novage и коллаген. Это мой любимый крем, и я пробовала все разные и серии Novage, ну, практически всю линейку я перепробовала, кроме 50+. И этот крем, он мой любимый, он с дозатором, и у него очень маленький расход, его нужно носить как обычный крем для кожи вокруг глаз. Ну, работает классно, как видите, вот даже нет таких вот возрастных сильных изменений, которые могли бы уже быть в принципе, но их, слава богу, нет. Я думаю, что виноват этот крем. Покажу крупную коробку. Это набор Giordani Gold Original. В набор входит аромат, парфюмерная вода и крем для тела с этим же ароматом. Вот такой потрясающий набор мне прислали в подарок. 2 коробочки пока, остальные придут попозже. 2 вот такие коробки. Узнай, что внутри. А внутри мы открываем, и лежит упакованное в бумагу что-то, сюрприз какой-то. А у меня получилось 2 одинаковых набора, и один я уже открыла. И в набор ходит румяна в шариках Giordani Gold, помада Giordani Gold с эффектом металлик, цвет яркий, красный такой, код 35396. Отличный просто подарок, я пока не знаю, оставлю я себе или предложу кому-то из клиентов. И тушь Giordani Gold, она недавно была у нас в новинках, с необычной кистью, которая вся вот изогнута, перекручена,
И я сегодня ей уже красила ресницы. Честно скажу, я пока к ней не приспособилась, и у меня нет такого вау впечатления, что она крутая, классная. Честно говоря, все-таки нет, не скажу с первого раза. Возможно, когда я ей попользуюсь несколько раз, у меня возникнет такое ощущение вау эффекта, но пока нет. Но по крайней мере она мне подошла. Сейчас я запакую коробочки, они такие классные, небольшой формат, очень прикольные. Так, поставлю то, что составит. Так что тушь такая своеобразная, если вы любите что-то необычное, хотите попробовать какую-то кисточку там с изгибами, то да, попробуйте. А вот так, чтобы сказать вау, я всегда говорю так про тушь 5 в 1, вот она действительно вау. Так, заказала себе масло укрепляющее для волос, у меня было в запасах, но клиентка написала: срочно, срочно нужно масло, а оно получается только в новом каталоге было, ей надо было ждать 2 недели. Она говорит: я не могу ждать. Я говорю: ну конечно не надо ждать, у меня есть оно в наличии, поэтому я его привезу, очень быстро доставлю. А кстати, я вам не показала, что у меня целая гора каталогов новых, но вы уже наверное их увидели вот тут за коробкой. Я всегда беру все каталоги, которые приходят по премьер-клубу, то есть тот, кто делает 150 баллов и выше, автоматом нам добавляют 10 каталогов по хорошей скидке. По-моему, они выходят, ну, где-то 25 рублей один каталог. Я всегда беру всю пачку и раздаю всем людям, кто есть у меня вот в окружении. Кому-то дарю, кому-то отдаю, чтобы потом забрать через пару дней и отдать другим людям. А где у меня крупные организации есть, я им просто дарю, потому что там бывают пересменки, то один посмотрит, то другой, и каталог я им сразу оставляю, чтобы они всегда могли его посмотреть. Так, еще один аромат Giordani Gold Original, тоже под заказ. Смотрите, в этом каталоге на них огромная скидка. Если у вас есть клиенты, которые очень любят этот аромат, то просто позвоните и скажите, что он сейчас идет по акции, потому что люди скорее всего обрадуются ему. Далее тоже аромат, он называется Northern Glow. Этот аромат как-то был в Oriflame, потом его сняли, а сейчас снова вернули. Это так неожиданно, и многие обрадовались. Итак, при заказе аромата пена с таким же ароматом идет по выгодной цене, по-моему, 99 рублей она выходит. Ну, то есть отличный подарок 8 марта. Если вы хотите кого-то порадовать, вот такой будет подарочек. Так, далее. 2 гель-скраба для мужчин. Один Миша, один под заказ. Говорю шепотом, чтобы он не слышал. Он же будет видео обрабатывать. Скорее всего, все узнает. Ну да ладно. Итак, скраб для тела. Очень интересный вариант. У нас для мужчин еще никогда не было скраба для тела. Поэтому хочется очень, чтобы он был. И я вскрою Мишин скраб, если у меня получится, конечно. Мои ногти, он все запломбировано, и отличный аромат, такой свежий, приятный, яркий, динамичный. Я сама попробую обязательно и вам все расскажем. У него прозрачный оттенок, вот я чуть-чуть надавливаю, но я прям не вижу, что было много-много отшелушивающих частичек. Они есть, они как такие вот небольшие вкрапления, я их вижу на просвет. Ну попробуем, прямо сегодня буду пробовать, подарю заранее. Итак, 2 скраба заказала себе по вашей рекомендации. Кто-то из подписчиц мне написали, что эта пенка кондиционер Элио, она просто бомбическая, а я все люблю, все для волос, то что действительно эффективно. Я ее сразу не попробовала, потому что думаю, ну как-то пенка, да ну не буду, посмотрю отзывы. Ну и вот отзывы помогли мне принять окончательное решение. Пенку надо взбить перед применением хорошо-хорошо, небольшое количество выдавить на ладошки, нанести на мокрые волосы, подержать. А сколько подержать? 1-2 минутки всего, но я обычно держу подольше, пока вся купаюсь, пусть пена полежит на волосах, потом я ее смою и обязательно запишу обзор. Наверное, многим будет интересно узнать, как сработает эта пенка со мной. Шампунь для окрашенных волос с гранатом. Гранат и овес, по-моему. Честно говоря, я его как-то брала,
Но я не очень люблю почему-то шампуни для окрашенных волос. У меня к ним какое-то предвзятое отношение. Я пробовала еще давным-давно в серии Hair X был такой шампунь, и он мне не понравился, как-то утяжелял волосы. И я себе уже как-то запрет поставила на все шампуни. Итак, далее. Под заказ мужской какой-то набор, но, честно говоря, не помню, какой наборчик, в красивой коробочке, то есть приятный подарочный набор. И есть возможность надпись поставить посерединке, специально есть окошечко для надписи, то есть вы можете написать кому, от кого, с любовью и так далее. Вот такой вот оригинальный наборчик. Под заказ тоже аромат Glacier Air. Мужской день все-таки, поэтому все заказывают. Под заказ крем антивозрастной серии Optimals, и эта клиентка его берет уже много раз, ей нравится, и она берет всегда дневной, и, кстати, берет на день несколько вариантов кремов, то есть кремов один наносит, потом следующий, и вот так вот наслаивает крема и говорит, что ей очень нравится. Ну здорово. Заказала себе пока две баночки, сначала три хотела заказать, думаю, потом в другой заказ включу. Омега 3 сейчас идет по акции, обратите внимание, там есть кальций и омега. Конечно, омега мне очень нужна, потому что без нее просто как без рук. Омега всегда есть в нашем доме. Под заказ блеск, серия The One. Обратите внимание, что эта серия у нас, мне кажется, она уходит совсем из каталога, поэтому если вы любите эти блески, то закажите сейчас. Но мы заказывали три, а пришел только один, это очень грустно. Масло чайное дерево и лайм, у меня их в заказе в результате 8, одно я уже распаковала и даже при вас его попробовала. И вот такие вот масла, они бывают у нас часто со скидками, но с такой большой скидкой, как в этом каталоге, бывают редко. Они, по-моему, 159 рублей всего стоят в каталоге, поэтому я вам рекомендую, если вы любите этот продукт и привыкли уже им пользоваться и знаете, как его применить. У нас просто очень большой расход масла чайного дерева, оно нам заменяет практически всю аптеку, потому что что-то порезали, ушиблись, поранились, ожог, прыщик в носу, что-то там защекотало, надо туда там закапать, горлышко прополоскать, то есть ванночки какие-то мы делаем, я и в крем могу добавить, и в шампунь, то есть много-много-много показаний у него. Посмотрите в гугле, загуглите, посмотрите, как можно и где применять масло чайного дерева, потому что это мощное средство, антибактериальное и ранозаживляющее. Вот такая классная штука. Такие яркие коробочки, это смягчающее средство, разные ароматы, со смородиной, с апельсином и с клюквой. В этом каталоге несколько вариантов, можно заказывать любые, какие вы любите, разнообразие. У меня здесь и под заказ, и себе две штучки взяла, может быть, потом еще возьму. Они очень приятные, я их использую для кутикулы, на губы, на пяточки, то есть все, что сохнет, где шелушение, везде можно применять, даже на область кожи вокруг глаз, на носогубку, то есть нос бывает, если натер, то есть вот все, что сухо, требует большего питания, можно носить, и детям тоже. Самое главное, что дети у нас частенько, да, им нужно такую сделать профилактику. Средство для губ, маска, скраб 2 в 1, с невероятно вкусным ароматом экзотических фруктов. Я это средство очень люблю, оно действительно работающее, мне нравится его наносить как маску, но не могу вытерпеть 15 минут, оно настолько вкусное, даже на вкус оно сладкое, что его хочется просто съесть. Поэтому я зачастую делаю просто скрабирование, и это помогает поддерживать красоту, ровность, гладкость кожи губ. Обратите внимание на этот продукт. Тоже под заказ крем для кожи вокруг глаз, серия Optimals. Сначала я его заказала себе, но вчера поступил звонок, срочно нужно такой крем. И еще вчера один заказали, поэтому следующий заказ включу. Этот крем чем мне нравится? Он снимает, очень мощно снимает отечность.
убирает темные круги вокруг глаз. И я его зачастую использую прям как патч. Если я утром встаю и вижу, что у меня припухлость, я беру толстеньким слоем, наношу вот на эту зону, куда обычно мы кладем патчи, хожу с ним минут 15-20, то есть пока завтраку он у меня тут лежит. Потом остатки я смываю, то есть я наношу густо. Если нанести не так много, можно не смывать, а уже сразу делать полный уход и наносить макияж. Но я наношу прям толстым слоем и потом смываю и наношу свой любимый уже крем Экоген Novage. Следующий заказ — тушь для ресничек Last Intentions. Ну, это тушь со сгибом, с эффектом накладных ресниц. У меня такая тушь есть, и она действительно неплохая, но своеобразная. У нее такой сильный изгиб, и к ней тоже нужно приноровиться. Кстати, как и к этой туши, у которой вообще там невероятно все извивается, к ней нужно приноровиться, и она хорошо выкладывает реснички. Но я заметила, что она все-таки вот отпечатывается у меня иногда сверху, вот тут вот надо контролировать. Если вот тушь 5 в одном у меня вообще никогда нигде не отпечатывается, то за этой нужно мне присматривать. Поэтому смотрите сами, как вы любите. В заказе два средства, два консилера для того, чтобы высветлить и сделать кожу вот вокруг глаз сияющий и живой, то есть убрать вот это вот недосыпы, темные круги и так далее. Я сама пользуюсь этим продуктом, и сейчас как раз вы можете видеть, что у меня светлая кожа, здесь чисто светлая, как раз я использовала этот консилер. А еще этот консилер мне нравится из-за его формы, то есть на конце маленькая губочка, которой очень удобно наносить средство, и даже ей же можно его распределить, а потом остатки вбить пальчиком. Надолго хватает, я даже не могу вспомнить, когда я его покупала, но точно больше года я им пользуюсь каждый день, практически каждый день, потому что у меня есть такая необходимость, проходит как раз венка, и она очень близко ее видно. И если не нанести консилер, то эта венка кидает тень на всю зону под глазками, и получается, как будто у меня недосып, да, темные круги. А консилер, он помогает как бы ее высветлить, и взгляд сразу становится более свежим и живым. Вот имейте это в виду, все-таки это такой маленький волшебник в нашей жизни. Под заказ помада серия On Color, что-то она у меня как погремушка трясется, работает, да, очень красивый цвет. И, кстати, эта же клиентка заказала еще одну помаду Энергоблеск, и они очень близкие по тону. То есть здесь самый светлый оттенок, сияющий, не помню, как называется, 35-465. И здесь, по-моему, медовый, нюдовый, код скажу вам, 38-744. То есть можно будет отдельно наносить и ту, и другую. Можно наслаивать, сначала нанести тон, потом сверху блеск. Прекрасный вариант, когда можно комбинировать из двух помад, делать целых три. То есть Энергоблеск сейчас по акции идет с хорошей скидкой, и как раз такая помада. Еще у меня в заказе помада 37300, код, тоже под заказ, поэтому не открываю. И еще одна помада с эффектом металлик 41052. Чудесно, сколько помад много. Обратите внимание, что сейчас, когда идет смена сезона из зимы в весну, на помады всегда увеличиваются заказы, потому что женщина хочет измениться, хочет, вернее, начинает менять гардероб, становятся более яркие краски, уже может идти смена, то одна курточка, то пальтишко, то плащ. Да, больше шарфов, палантинов можно использовать, и поэтому цветовая гамма помад тоже требуется увеличение, чтобы они были разнообразные. Так, первый раз у меня заказали вот такой восковой карандаш для бровей. И я знаю, что восковые карандаши сейчас — это тренд. Очень модно закреплять брови, расчесывать их, делать такие выразительные, небрежные, лохматы. И карандаш вот такой восковой как раз поможет справиться с этой задачей. Далее. Маркер, подводка с толстым наконечником. Тоже популярный очень продукт среди тех, кто любит
стрелку выразительную и достаточно такую толстенькую, потому что наконечник, ну, широкий наконечник. Под заказ средство для, как это, инструмент для очищения кожи. Вот инструмент, то есть нужно распарить лицо, желательно сделать маску, и потом аккуратненько надавливать на, ну, чтобы пора была как раз в этой дырочке, и из поры должно там выйти все, чем она забита. Но я сама не пользовалась никогда, не знаю, как он работает, этот инструмент. У меня поры чистые, просто я регулярно пользуюсь полным комплексным уходом и 2-3 раза в неделю делаю маски, поэтому поры не забиваются, они очистились. Хотя был период, когда у меня все было черными точками забито, и я думала, что это просто навсегда. Оказывается, нет. Заказала по вашей рекомендации две маски Королевский бархат. Честно говоря, я думала, что они тканевые. Нет, это кремовые маски. Попробую, посмотрю, какой эффект, потому что отзывы разные. Кто-то писал, что это просто классная маска питательная, кто-то писал, что увидел прям эффект сразу подтяжки кожи. Очень интересно, какой эффект будет у меня с этой маской. Что еще рекомендую вам заказать? Набор. В набор входит один каталог следующего периода, один пробник крема Ultimate Lift, мне вложили для глаз, пробник помады и пробник нового аромата. Мы с вами его уже открыли. Вот такой аромат приходит в пробничке. Весь набор 69 рублей. Отличный вариант. Я, например, все пробники раздарю, а каталог дам кому-то посмотреть. Пробник улетел, не буду доставать. И также я заказала пакетики 527-015 код, вот таких вот маленьких пакетов. Сейчас я вам их покажу. То есть такой пакетик очень удобен для того, чтобы в него положить заказ клиента. Небольшой, аккуратненький, и очень приятно человеку получать это сервис, получать все в пакетике, все красиво упаковано. И остался один продукт. Как-то странно у меня получилось, что я заказывала несколько продуктов из новой серии Magic Garden, и их нет. Видно, я переставляла в другой заказ, разбивала в свой и в Mission, и видно, я забыла их перенести или что-то произошло, и я так ошарашена, потому что очень хотелось попробовать новинку. Ну да ладно. И последний продукт, который у меня в заказе, это платок Valore. Надеюсь, вы его заметили в каталоге, потому что он там такой маленький. Сейчас я найду, как его открыть. Он не на всю страничку, как мы привыкли, он так спрятан в таком маленьком квадратике. Я его, честно говоря, сама случайно рассмотрела. И если вы заглядывали вперед на многие каталоги вперед, то вы видели, что аксессуаров там уже нет, поэтому запасаемся аксессуарами. Вау, какой он классный! Смотрите, он большой, какой он красивый, такой акварельный принт. То есть его можно и на шею, и на голову повязать. Ну давайте завяжем на голову. Так, как там нужно делать? Перекрутить, да, чтобы не падало. Обернуть. Раз. И вот так. Не идет? Без зеркала, конечно. Немножко сделать напуск. И получается Алёнушка. И вот на этой позитивной волне мы с вами прощаемся. Я вас благодарю за внимание, желаю вам классного каталога, приятных покупок. Балуйте себя, радуйте клиентов, рассказывайте людям о своих любимых продуктах и давайте попробовать, потому что через демонстрацию, через тестирование возникает желание обладать продуктом. Удачи вам, всего доброго, пока-пока.